Два высших образования. Первое – менеджер по туризму, второе – финансы. В школе на даче собирала клубнику, черешню, во дворе продавала в ключках. Это Имран, папа, мама, братья. Много смеюсь. Турция. Сказала бы так, весь мир. Я расскажу детям, что такое хорошо и что такое плохо. Я думаю, что это самое главное. Все близкие и друзья называют Анёка. Мне нравится вышивать бисером. Какая я счастливая, у меня есть он. Анеля, вам завтра надо быть готовой в 15:30? Лошим. Проснуться с хорошим настроением, увидеть глаза Имрана, увидеть его улыбку, а вместе с ним позавтракать, затем, может быть, порисовать, посмотреть совместно мультик, одеться, сказать ему «пойдем», «бум-бум», поехали делать дела, может быть, заехали к родителям, потанцевать, еще раз с ним погулять, покопаться с ним вместе в айпаде, пособирать пазлы, послушать музыку, потанцевать вместе с ним в машине, есть такое. Я включаю музыку, и мы с ним танцуем что-то вот подобие вот такое, и он еще выделывает вот это движение. Все песни о любви и о счастье, плюс о позитиве, это все песни обо мне. Благородство. Интеллект. Плюс рядом юмор. Доброта. Хорошая домохозяйка. Добрая. Мудрая. Я помню единственное слово в студенчестве, которое произнес турок фыстак. Фисташка. Вроде бы у них на родине это означает «красивая». К моему сожалению, произнести название книги я не могу. Нет, серьезно, потому что наш народ не очень правильно меня поймет. Поэтому что я могу сказать? Читайте правильную литературу.